что у меня будет спросить про краски, будет 20 сигналов на ночь. На самом деле, если у вас есть какие-то вопросы, то вы просто безумно сейчас, даже сейчас. Текстиль? Нет, это же разные краски. Своя природа. Еще что вы должны тоже помнить. Краска в текстиле и краска для стен, они отличаются друг от друга. Вообще, в принципе, есть некая взаимосвязь между модой на одежде, да? И она является, наверное, основным, на что обращают внимание производители красок. Что сегодня оказалось что сегодня показали ведущие дома. Есть, например, цвет здесь вайлет. Это цвет второй снизу. Вайлет — это растительный краситель для одежды. Вот. И модный дом Армани будет использовать этот цвет, вайлет, примерно такой, в ближайших своих коллекциях. Это большой секрет, я его случайно видел в самолете. Сидел рядом. Вот, разговаривали, спросили, что индустрия вся связана с цветом. Вот, и те сказали, бывают такой цвет. Вот, так оно появилось. Но, да, на цвет, например, конечно, сейчас влияют еще другие факторы. Конечно, предметы, не знаю, понимаете, да? Предмет сейчас стоит особняком, тоже самое Пантон, когда говорит, какой цвет будет модный. В 2015-2016 году ориентировался прежде всего предметный дизайн. Вы помните вот цвет Марсала, помните, понимаете, как он будет? Кто принимал? Вот, он оказался специфическим неким выводом из того, из вероятности предметного дизайна на медь и на латунь. Вот, Марсала прекрасно с ними работал, но она не нашла свое применение для стен, практически нигде. Вот сейчас там 20 лет, да, на латунь заработал. Вот один немножко голубоватый, но другой немножко розовый. Ну, буквально, да, эти цвета уже похожи на те, которые должны быть на этой субтитрии месте. Что еще? При прочих равных, где вы берете краску охриста для стены, выбираете, например, охриста текстиль. Вот если вы так делаете, то текстиль всегда оказывается впереди, а краска всегда оказывается фоном. Весьма интересная особенность. Краска, она обязана соединить элементы внутри, да? И она это хорошо делает. Вот. Поэтому она никогда не приходит за пределы текстиля, а все равно обращает внимание текстиль будет все равно. Это больше правда. И вы, кстати, даже можете подтянуть, компенсировать цвет несколько выше, добавить в интерьер. И не бойтесь, кстати, давайте менять насыщенные яркие оттенки. Хорошо. Наоборот, можно действительно хорошо стать вашего дизайна. Это тот самый близкий желтый, который я вам показал. Это была целая история, когда я заставил вновь этот цвет. Потому что дизайнер предпочитает свой проект, но чего-то не хотел продолжать. Все равно обязательно хотели сделать бежевый. Я вообще сказал, только этот цвет, никакой иной. В результате оказался визитной карточкой этого дизайна. Понимаете, как это важно. Вот, поэтому не бойтесь цветом, от вас зависит подобный цвет, да? В хорошем смысле этого цвета. И я же заработал.